Всем привет! Предлагаем для отдыха вот такие деревянные домики. Внутри домики сделаны из евровагонки, снаружи полубруса. Домики с санузлом, душевая, вот. С кондиционером. На троих этот домик с холодильничком. Со столиком журнальным. Вот такие три домика у нас. Дальше я сейчас покажу вам в основном здании комнаты, какие еще у нас есть. Вот как обещал, я показываю вам комнаты. Вот такой холл, телевизор, зона отдыха. Здесь можно посидеть. Вот такая сейчас комната покажу. Двухместная. Вот такая вот комната. С кондиционером, санузел, все в номере. Также душевая, вот раковина, унитаз. Сейчас покажу следующую комнату. Это у нас 3-4-местная. Все они с кондиционерами, с холодильничками, с балконом. Такой вот выход сюда на балкон. Вот. Там летние домики внизу, как я вам показывал в начале видео. Тоже санузел. Такой вот. Сейчас остальные покажем комнатки. Тоже 3-4-местная вот эта комната. Холодильничек. Кондиционер, душевая, такая вот. С балконом. Ну, они тут все с балконами у нас. Иди. Балкон. Сейчас остальные комнатки. Тоже 3-4-местная эта комната. Такая вот большие комнаты. Новая мебель. Вот такая вот. Выход тоже на балкон. На эту сторону. Во двор получается. И 3-местная, можно и на двоих ее сделать. Вот такая комнатка. Тоже кондиционер, душевая, туалет. Выход на балкон у нас получается на сторону вот эту вот. Покажу вам. Вот так вот. Тут стояночка, можно машину поставить перед домом. Вот. Сейчас вам покажу выход уже из самого здания на улицу, как он. Вот такая вот у нас выход, стоянка, как я вам говорил. Это у нас гостевой дом Пикантный, находится в Головинке. Приезжайте, ждем вас на отдых.